Ну, давай, делись! Ты из новичков, да? Из Эри Стретча? Со столичной пустоши? Из Ронта? Где твой дом? Ну, раз уж ты, возможно, сумеешь мне помочь, я открою тебе одну тайну. Рабы вечно строят какие-то планы. Я выясняю, что они удумали на сей раз, сообщаю хозяевам, а за это с меня скидывают часть работы. Неплохая сделка, а? Так что, если что услышишь, скажи об этом мне. И что тебе наболтали? Кто бы сомневался, что этот мерзавец затевает недоброе. Наконец-то. Теперь я его достану. Вот тебе кое-что за труды. Отличная работа, спасибо. Что новенького? Что слышно? Все сходится. Должно быть, именно за это хозяева так его и ненавидят. Вот тебе кое-что. Спасибо за помощь. И что тебе наболтали? Вообще-то неудивительно. Хозяева всегда подозревали, что у них рыльца в пушку. Вот тебе кое-что за труды. Это поможет тебе выжить. Твоя, приятель. Вперед из песни. Смотри-ка, еще один работяга, который решил, что имеет право открывать рот. Да, тебе удалось забить свинью в дыре. Это охренеть как круто. Но не думай, что теперь ты с нами наравне. Может, твои достоинства и привлекают каких-нибудь извращенок? С кем ты обычно имеешь дело, но я не из их числа. Мне бы и в голову не пришло возлечь с рабочим Мерином, даже таким впечатляющим. Иди отсюда. Хочешь развлечься? О, да это ж чемпионы дыры! Отличное было зрелище! И как раз вовремя. А то мне уж захотелось туда стрельнуть.
Интереса ради. Надеюсь, что так. Во время драки там, внизу, это был мой излюбленный выбор. Толпу вообще очень заводит, когда она видит, что ты готов драться до последнего. Хорошо выглядишь, салага. Сейчас подойдет. А ты что-то задумали? А я говорю, что все под контролем. Я вернусь к тебе, как только наведу порядок и восстановлю справедливость. А после этого, видимо, приметесь воскрешать мертвецов? Нет. Но, возможно, позже, на неделе, буду исцелять у вечных. Если будет время, конечно. Сэр, мы видели в городе Вернера. И рабы подозрительно много шепчутся. Рабочие. Что? Мы называем их рабочими. Полезно для поднятия духа. Напоминает, что когда-нибудь они смогут заработать себе свободу. Как их ни называй, важнее то, что они собирают самодельное оружие. Ладно, ладно. Переведи охрану на усиленный режим и предупреди. Пусть следят за всеми, кто слишком долго торчит в Нижнем городе. И не спускай глаз с Медеи. Если что-то затевается, она точно в гуще событий. А теперь у меня важная встреча с нашим новым другом. Если случится что-то важное, пользуйся интеркомом. Да, сэр. Так, передышка кончилась. В дыре это было неплохо, новичок. Я так и знал, что ты не из простых работяг. Так что встает логичный вопрос. Кто же ты? И что ты делаешь в моем городе? Я понимаю. У всех нас есть прошлое, и мало у кого есть повод им гордиться. Но теперь все это позади. В Питте ты увидишь растущую армию, процветающую промышленность и, возможно, даже лекарства от радиации. Конечно, все мы несовершенны, и порой прошлое приходит напомнить нам о себе. Скажи мне, ты знаешь человека по имени Вернер? Тогда ты в курсе, что ему нельзя доверять. Он сбежал после неудачного переворота, а теперь, похоже, подбивает рабов на мятеж. Ты знаешь настроение рабов и знаешь Вернера, так что ты сможешь положить всему этому конец. Сделай это, и станешь вторым человеком в городе. Приятно слышать. В Питте тебя ждет блестящее будущее. Более того, я хочу открыть тебе один секрет и показать поразительное открытие, которое обеспечит нам достойное место на пустошах. Думаю, сейчас самое время тебе лично увидеть лекарство. Пойдем в лабораторию. Сандра все объяснит.
Не стану тебя задерживать. Не стану тебя задерживать. Черт возьми. Иду. Возвращайся и поговори с Сандрой. Сейчас я не могу говорить. Вроде бы мой муж ждет тебя. Почему с Вернером нет? Сейчас я не могу говорить. Вроде бы мой муж ждет тебя. А, Ашур сказал мне, что ты зайдешь, но, боюсь, я отвлеклась. Малышка Мари такой ангелочек, но иногда с ней бывает непросто. Меня зовут Сандра. По распоряжению Ашура я возглавляю медицинские исследования в городе. А Мари — это наша дочь, наше маленькое чудо. Не говори глупости, ничего лучшего нельзя и желать. Как мать я могу проводить со своей дочерью весь день, а как ученый я работаю над тем, чтобы принести пользу всему городу. Какая приятная неожиданность! Кажется, вы с Ашуром единственные здесь, кто хоть что-то смыслит в науке. Да, судя по всему, у нашей дочери естественный иммунитет к любым мутациям. Это настоящее чудо. До конца я в этом еще не разобралась, но она может помочь нам решить проблему с трогами, а может быть и вылечить от всех прочих мутаций. Нет-нет, ничего подобного. Успокойся, это просто наблюдение. Для Марии они абсолютно безопасны. Мы с Ашуром никогда не стали бы рисковать ее здоровьем. И если из-за этого создание лекарства займет больше времени, что ж, значит, все остальные подождут. Кто бы сомневался, что тебе это придет в голову. Но ты просто тупица, если думаешь, что похищение дочери Ашура сойдет тебе с рук. Наши рейдеры порвут тебя на части, а кости мы отдадим Мари на погремушки. Да кто бы сомневался, ничтожество. Последним, кто пытался это провернуть, был Вернер. И можешь не сомневаться, Ашур расплатится с ним сполна. Советую тебе уйти отсюда и начать помогать Ашуру. Тогда я, так и быть, прощу тебя. Отойди от Мари и отправляйся на поиски этого мерзавца Вернера. В доме Ашура веди себя как подобает. Да это сам дьявол воплоти. Говорят, вокруг города все чисто. Чем могу вам помочь, профессор? Твои похороны. Работничек.
Вот ты! Огонь! Огонь! Значит, ты теперь на стороне Ашура и иже с ним? Ты не первый, кто, получив свободу, вмиг забывает, откуда вышел родом. Вот теперь мне все ясно. Рассчитываешь стать вторым человеком в городе после Ашура, да? А может, и вовсе занять его трон? Таких желающих тут и до тебя было немало. Все они закончили на дне реки. Ну что ж, твой выбор сделан и отмене не подлежит. Посмотрим, куда он тебя приведет. Мы не собирались ей навредить. Она нужна нам, чтобы получить свободу. Иногда, знаешь ли, другого выхода нет. Ладно, ладно. Это Вернер хотел украсть девочку. Мне нужна была только свобода, а цена меня не интересовала. Вернер прячется на заводском дворе. Поищи дверь на крышу, на юго-западе. Все, хватит с тебя. Иди, и хватит на меня так смотреть. Прятаться дуб. Ну да. Не бойтесь, деритесь. Выживем, чтобы вернуться.
пожалуйста. Как делишки? Хорошие драки где-нибудь были? Я знал, что могу тебе доверять. И не ошибся. С Вернером покончено. И рабочие возвращаются на свое законное место. Перед Питтом открывается блестящее будущее. И перед тобой тоже. Тебе удалось уберечь город от гибели и разрушить планы Вернера. Думаю, ты заслуживаешь награды. Как полноправный гражданин Питта, ты получаешь доступ к патронному прессу на заводе. Потому-то мои солдаты так хорошо вооружены. Пользуйся на здоровье. Кроме того, Сандра, кажется, добилась успеха в работе над лекарством. Так что вот тебе кое-что от радиации. Конечно, если ты этого хочешь. Не сомневаюсь. Харрис будет наливать тебе столько, сколько ты сможешь оплатить. Конечно, ты можешь и дальше собирать чушки на заводском дворе. Мастер будет рад заплатить тебе за работу. А если хочешь заслужить расположение Сандры, то приноси ей новые игрушки для Мари. Это мелочь, но всегда приятно. Возвращайся в любое время. Тебе что-то нужно?